Всем привет, ребята! Тут летсплей, и сегодня с вами я, Алина. Ребята, я вообще не представляю, что и где я, и почему я тут одна, где все остальные. Ребята, последнее, что я помню, это мы с Аришневым бежали за Вильямом Бруно, который стал Картункэтом. Потом появился мой точный фантом, просто один в один, я и Артём. Слушайте, ребята, я не помню, что дальше было, но мне нужно возвращаться к ребятам. Так, сначала нужно разузнать, где вообще я. Но выглядит очень красиво. Тут везде сакура. Слушайте, ребят, а вы когда-то были в похожем месте? Я вот первый раз. Здесь довольно-таки сказочно, я бы сказала, даже красиво. Если я найду путь домой, то я обязательно приглашу ребят на этот остров. Здесь такие фонарики, журчит водичка. Слушайте, мне нравится здесь. Я думаю, что Вильяму Бруно тоже понравится. Здесь какая-то арочка. Очень похожа на храм. Ну, слушайте, надеюсь, что я тут ненадолго. Точнее, не то, что я тут ненадолго, я тут хочу остаться. Но я к тому, что я все-таки найду друзей, тем более там Вильям Бруно в опасности. А чем я занимаюсь? Так, тут верстак, тут мое имя. Ребят, я ничего не понимаю, потому что я уверена, что я никогда не была на этом острове, я больше скажу. Остров ли это вообще? Ну, в общем, тут я никогда и не была. И уверена, что никогда не было дома. Видимо, это какая-то другая Алина. Не может быть, что это мой дом. Слушайте, давайте зайдем. Если что, притворюсь, ребят, что там написано, что это мой дом. Так, открыто. Ой, тут милый стульчик и чашечка чая. Ну, слушайте, мне бы тут понравилось. У меня даже тут похожий дом есть. Точно, надо звать друзей сюда. Так, это что за... Это сундук? Ага. Тут удочка всякая, ненужная фигня, бумага. В смысле? Тут написано «Для Алины». Ну, давайте почитаем. Алина, это я. Добро пожаловать в рай. Это не может быть правдой. Я не могла умереть, ведь Аришнев выбрал точно фантома. Он же не мог ударить меня. Ребята, если Аришнев ударил меня и все-таки убил, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, потому что я не верю в это, я не хочу об этом даже задумываться. Я думаю, что это все не по-настоящему. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях. Алина, ты жива? Я не хочу верить в том, что Аришнев ошибся. Так, дальше. Этот дом принадлежит теперь тебе. Все-таки я была права, это мой дом. Значит, я не ворвалась всю эту квартиру. Это уже успокаивает. Если ты хочешь вернуться на землю, а я очень хочу вернуться на землю, я надеюсь, ребята, вы тоже очень хотите, чтобы я вернулась на землю. И, ребята, я буду в этом больше уверена, если вы подписаны на канал. Если вы не подписаны на канал, то для кого, блин, мне возвращаться? Поэтому, если у тебя красная кнопка подписаться, сделай ее серой, чтобы я точно знала, что мне стоит возвращаться на эту землю. А так мне и тут пока что нормально. То тебе нужно будет пройти все задания. Задания, которые прописаны ниже. Задания. Давайте по одному пока что задание. Приготовить воздушный торт. Для его приготовления нужны ингредиенты. Так, воздушный торт. Воздушный торт. Слушайте, ребят, может, у меня где-то есть написан ингредиентик? И вот здесь я делаю хлебушек, тут миксер, вот тут можно тортик запечь. В принципе, у меня есть все для того, чтобы делать тортик, только нету самого рецепта и нужных ингредиентов. Так, воздушный торт, воздушный торт. Ладно, я думаю, что, ну, это рай, поэтому здесь не должно быть прям много сложностей. Я думаю, что если я пойду по этой дороге, не очень ровной, по этим фонарям, то точно доберусь до туда, где может быть рецепт. Так, а как дальше пойти? Ой, слушайте, я тут прям лестницу пропустила ровно. Вот она. Так, все, по лестнице пошли. Ребята, а куда бы вы попали в Майнкрафте? В рай или в ад, как вы думаете? Я попала в рай. Ну, здесь уже какие-то задания, сложности. Но я очень хочу домой. О, здесь у нас питомник, здесь у нас коровочки, овечечки, лошадочки, вот это все. Интересно, интересно. Так, ну, мне явно не сюда. А куда мне, ребята? Я вообще не представляю, где может лежать этот рецепт. Была бы какая-нибудь там библиотека, или, может, бабушка тут есть какая-то, которая знает много рецептов. Но пока что я ничего найти не могу. Много верстаков тут. Пока не вижу. Вот я вижу водичку. Так, ребята, ну, я, видимо, потерялась. Слушайте, нужно бежать. Все-таки это первое задание. Я никак не могу его выполнить. Интересно, есть ли какое-то у меня временное
мной ограничений. Надеюсь, что нет, потому что я еще та потеряшка. Да еще и ребята, небось, волнуются. Так, ладно, Алина, успокойся. Ты вернешься домой. Ты вернешься домой. Ты не можешь остаться здесь. Может, все-таки тут? Тут что-то нет. Может, раньше был какое-то здание. Я просто пропустила его. Ладно, сейчас я справлюсь. Так, ну зато знаем, что там есть какая-то ферма, в которой я могу спокойно пройти. А вот тут что? Кожевник. Библиотека. Ребята, ну вот я и глупая. Тут все подписано. Библиотека. Судынь. Нужно просто большими буквами писать. Русский язык. Это мне не подходит. История России нового времени. Математика. Математика в раю. Вы представляете просто? Математика в раю. Это же смешно. А, математичка в раю. Рецепты. Книга. Книга. Воздушный тортик. Слушайте, прям то, что мне надо. Рецепт воздушного торта. Нам понадобится 3 ведра отборного молока. Я видела, там есть коровы. Сахар. Это тростник нужен. Яйцо и колосья пшеницы. Удачного приготовления. В принципе, рецептик несложный. Можно все собрать сразу. Я думаю, что это несложно. Мне нужно ведро, потому что молоко-то нужно в что-то как бы собирать. Поэтому берем ведро. Если я кушать захочу. На всякий случай. Ну все, вроде как. Мне больше ничего не нужно. Ведро я взяла. Так, закрываемся. Я уже знаю, куда бежать. Я уже знаю, что там есть коровки. Коровок я люблю. Коровки прекрасные. Хорошенькие. Такие большие. Такие мягенькие. Сейчас их подаю. Их доют. Серьезно вам говорю. Не шучу даже. Возможно, я еще та доярка. Во, коровка. Там было 2. А кто помнит? Что-то я об этом не подумала. 3 ведра! Вот я глупая, вот я глупая. 3 ведра. Ну, сейчас прибегу. Сейчас. Подписчики, а вы не могли сразу написать, что там 3 ведра? Слушай, я так и думала, что нужно брать больше. Давай 4 на всякий случай, если потом еще раз, ну, понадобится. Ну, блин, промахнуть с ведерками. Ведерки взяли, бежим к коровочкам. Коровочки меня ждут. Их нужно с раннего утра, так сказать, да и потому что у них настроение нехорошее. Я прям с одной коровки все возьму. Спасибо, коровочки. Вот сейчас потеряюсь, если пойду куда-то не по дороге, да? Небось, тут все по дорожке достаточно ходить. Смотрите, какой змей. Это дракон. Я так и думала, что в раю существуют драконы. А как вы думали, кто еще существует в раю? Так, ну, я бегу пока туда. У меня все равно выбора не очень много. Почему тут все так запутано? Ой, может быть, с самого начала я могла видеть там, где грядки, растения, вот это все удобрения. Ладно, сейчас, ребят, я точно разберусь с этим. Животных я нашла, это уже плюс, потому что что-то найти лучше, чем ничего, так сказать. Потому что в той стороне вообще нету. Я боюсь туда дальше идти в одиночку. Может, тут кто-то еще появится, там другие жители. Не я одна же в раю. Это ферма, мельница. Мельница сюда, ферма туда. Ну, это не ферма, это сад. В раю обманывают. Ребят, сад это там, где все вот это. Сахар, яйцо, колосья. 3 колоска. Ну вот, все. И мне нужен сахар. Сахар это получается... Слушайте, тут такой миленький. Вот совсем не страшный пугало. Ребята, слушайте, я тут упала случайно в озерцо. И вот тут нашла тростничок-то растет. Смотрите, ребята, 12 тростников, я думаю, нам достаточно будет. Пускай еще растет сам по себе. Слушайте, я так долго его искала, капец. Почему он не растет, блин, на грядках? А где-то совсем в диком месте. О, сахар. Все, мне там сахар нужен. Ну, вот я тростничок. Сахар есть, и получается, нужно яйцо одно. Вот яйцо, где бы мне найти? Слушайте, ребят, я похудею в этом раю. Тут капец лестниц. Ну, и где мои тут курочки? О, сразу яичко родило. Все. Я думаю, что это задание у меня дастся легко. Мне просто нужно верстачок найти теперь. Ребята, сейчас я буду прям делать по рецепту. Будем красиво все делать. 3 молока, сахар и сахар. Ну, предположим, что если бы было бы 2 сахара, то они, скорее всего, было по сторонам. 3, по-моему, колосьев. Они вот так хорошо пойдут. И яичко в самую серединку. Торт. Слушайте, я не знаю, у меня получился торт вроде как. Ну, я поставлю этот торт, наверное, сюда. Какое следующее задание? Готово. Помочь на ферме собрать урожай и посадить снова. В принципе, я справлюсь. Я знаю, где это все делается. Я уже прошаренная, уже искать не буду. Так, ладно, нужно собрать, я так понимаю, все и посадить сразу. Нужно в том же количестве или, ну, сколько будет, как вы думаете? Я тут же просто копаю и сажаю. Все,
Все, в принципе, тут почти ровное количество морковки и, получается, пшеницы. Тут еще посажу. Ребята, с этим заданием я тоже закончила. Это было сложно, но выполнимо, так сказать. Следующее задание, третье. Помочь свести всех животных обратно на ферму. С животными я уже на ты, животные мои лучшие друзья. Они единственные, наверное, мои друзья здесь. На данный момент, по крайней мере. Поэтому сейчас я прибегу и заведу их. Заведу. О, овечка. Вот, ты уже идешь за мной. А все идем, да, за мной? Идите за мной. Да. Тут я уже завела, получается. Ребята, сейчас овечку еще одну поймаю. В принципе, я думаю, справилась. Вот, овечечка, да. Ешьте. Вроде всех собрала, я не знаю. Вот лошадка, как тебе? Может, побить? Короче, ребята, все животные здесь, все под контролем, так сказать. Читаем следующее задание, это какая-то жесть. Починить мельницу. Мельницу я видела где? Мельница была там, где по их названию ферма. О, ребята, я, похоже, нашла. В каком месте эта мельница? Видимо, что-то не работает. Вот это горит, вот это нет. Ребят, я правда случайно, я вообще не ожидала, что тут что-то будет, но просто я слышала, что в похожих местах, когда мельница есть, то у нее есть, как бы, ну, небольшое помещение. Я не знаю, что тут делать, тут много сундучков. О, вроде, слушайте, мне кажется, заработало. Давайте попробуем. Я не знаю, как, блин, я вообще не механик или мельниц, никогда не чинила. О! Работы. Робит, все робит. Я считаю, это уже достижение. И уже только за это меня верните просто домой, на землю. Мне не нравится здесь. Смотрим, что там дальше. Мы вроде как починили выловить редкую рыбку фугу. Вот, блин, почему саффикса мной нет? Он так круто рыбачит, вы бы знали. Мне нужна 100%... О, удочка. Хорошо, хотя бы удочку, блин, положили. Давайте вот где-то вот здесь, в принципе, в начале, наверное. И сядем, спокойно половим рыбку. Ну, это не редкая, вроде фугу и глобрюх. Ой, лук. Зачем мне лук? Мне нужна рыбка-фугу. Я уже словила две рыбины. Не тех, что надо. Какой-то крюк, лук и ноль рыбок-фугу. Я, возможно, думаю, что они вообще тут не обитают просто. Ну, просто их тут нет. В раю их нет. Ой, это что? Это лосось. Ладно. У меня так сломается, блин, удочка. Сколько я еще буду ловить? Может, я вот здесь? Ловись, рыбка маленькая. Ловись, рыбка большая. Ловись, рыбка маленькая. Ловись, рыбка большая. Что это? Серая треска. Да ё-моё. Мне нужна? Ладно, давай сюда. Это сколько мне нужно выловить рыб? Вы представляете? Я нет. Я лук уже выловила. Может, это пойдет как рыба фугу? Неужели она настолько редкая, что я никогда не вернусь домой? Что бурлит. А, опять шар, блин, этот. С какой вероятностью она вообще может выпадать? Она может 1 на 1 000 000, и получается, мне аж 3 штуки надо найти. Вы что, издеваетесь? Ребята, вот я привела тут целый день, рыбачив. Вы бы знали, как долго я здесь находилась. Это капец. Я не знаю, можно просто таймскипом все это сделать, конечно. Но я решила обмануть Бога. Я считаю, что это просто заварушка тех, кто здесь проживает. И он хотел меня обмануть. Но я поймала много рыбы. Сказал, он соберет ее всю. И уже из нее сделает эту рыбку-фугу. Блин, честное слово. Это жесть какая-то. Я считаю, что я задание выполнила. Вот это вот желтое солнце, это и есть рыбка-фугу. Все, я сказала так. Это жесть. Это... Я злая. Я попала в ад. Это не рай, ребята. Меня обманули. Меня очень сильно обманули. Так. Обстричь овец и шерсть отнести к кожевнику. Ребята, ну овцы существуют. Меня уже это радует. В принципе, ножницы я положу к себе. На всякий случай двойные возьму. Мало ли сломаются. Тут может вообще все что угодно быть. Мало ли овцы будут настолько злыми и свирепыми, что мне придется защищаться. Вот они мои овечечки. Вот они овечечки мои. А что вы разбегаетесь? Опачки. Оп.
хорошие мои. Такие лысенькие, такие вкусненькие. Все, все, все. Сейчас найду еще овечек. Ну и всех, всех, всех. Так, где вы? О, вот они, хорошие мои. Сейчас я к вам приду. Вы думаете, я не приду? Я такое устрою вам. Блин, если они туда добрались, то я тоже доберусь. Все, я, короче, ребята, я постригла. Я думаю, кожевнику хватит. Теперь мне осталось отнести. О, у меня так много яиц. Могу и яйца ему дать. Я не уверена в том, что я вообще... А мало ли я сделаю вот эти 7 заданий, и они снова, блин, скажут, а нет, а раньше надо было, а все. Давайте посмотрим, что там за задание еще осталось. Финальное задание. Знаете, когда я искала место, где бы мне выловить эту рыбку-фугу, я долго-долго блуждала по этому острову, прошла очень много мест и нашла одно место довольно-таки странное. Я думаю, если я приду в это место, то, в принципе, оно может быть финальным. Вот это странное место, но это не то, это вот, что-то такое, типа, просто необычненькое. Вот она, вот, смотрите, это прям единственное, наверное, самое огромное здание, то есть просто такое довольно-таки толстенькое, просто продолговатое здание, тут есть кнопка, то есть я думаю, что в принципе это ой, капец, ребята, я люблю лабиринты. О, я вижу выход, сейчас все, я вышла. Алина, ты справишься, ты перепрыгнешь. Ребята, я похожа на земле. Все, ребята, я жива и я очень счастлива, что я на земле. Мне поскорее нужно найти Вильяма Бруна и Арышнева, из-за которого, блин, я попала сюда, ё-моё. А вы, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и тыкайте на эту пулю, ребята. И бай-бай.